Сельский клуб – это душа хутора, да и всего поселения. И в настоящее время, несмотря ни на что, он был и остается центром культурной жизни и общения как для взрослых, так и для детей. Для этого работники культуры прилагают немалые усилия. И отличный ремонт клуба, конечно, очень поможет делу. Свежеотремонтированный сельский клуб приятно радует глаз. Порядка 2 миллионов рублей краевых и муниципальных средств было израсходовано на ремонт фасада здания и входной группы, обновление актового зала, приобретение кресел, музыкального оборудования и звукозаписывающей студии, отделку кабинетов для прикладного творчества. Торжественное открытие сельского клуба было отмечено праздничным мероприятием «Ты живи, моя Россия, славься, русская земля». На праздник были приглашены почетные гости, глава Славянского района Роман Синеговский и председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Роман Синеговский тепло приветствовал собравшихся жителей и подчеркнул, что без хорошего клуба трудно представить культурное развитие сельского поселения. Мне приятно, что на вашей территории, вот сегодня мы с вами открываем после ремонта новый клуб, клуб на 80 мест. Я считаю, что это очень важное событие, потому что, как я уже сказал, это нужное здание, нужный объект. Мы сейчас прошли, посмотрели, много детей, есть возможности заниматься творчеством, здесь мастерская сделана. И хочу сказать спасибо главе и его команде, потому что, как правило, помогать хочется тому, кто старается. Почетными грамотами и памятными подарками были награждены победители конкурса «Лучшее подворье». Это люди, украшающие свои домовладения и подающие хороший пример землякам. Радость открытия отличного клуба разделил с жителями и Виктор Чернявский, который отметил, что здесь умеют хорошо трудиться и отдыхать. Мы трудиться умеем, и место, где отдохнуть, красивое платье надеть, прийти встретиться, новости услышать, концерт хороший послушать. Это очень важно. Крышу перекрыли, библиотеку сделали, здесь зал сделали. Посмотри, какие мастерские. Казак же он не только защитник, он еще и работяга, да? Вон такие верстаки, там такие столы. Здесь ребята приходят, учатся вот этому рукоделию, ремеслу. Это очень хорошо, очень правильно. Смотрите, как расцветает Маевское поселение. Вокально-инструментальный ансамбль «Родные берега» представил на суд зрителей программу, в которой были песни о любви к Отечеству, о верности своему долгу. Особенно пришлась по душе зрителям авторская песня «Атаман», где говорится о нестареющих духовных ценностях казачества. Сельский клуб «Сербин» стал центром притяжения для жителей поселения, занимающихся здесь творческой деятельностью. Их привлекают рукоделие и выжигание по дереву. Популярно также исполнение песен. Прошел великолепный ремонт. И зал, и кабинеты сделали, и холл, и поставили сплит-систему, новые двери, окна. В общем, такого не было на моей памяти лет 30. И, конечно, мы очень рады. Сегодня был великолепный концерт. Это нужно для нашего поселения, это очень важно, для всего Маевского поселения, где 4 хутора. И все сюда приходят, проходят здесь встречи, занимаются дети. Уютный зрительный зал на 80 мест не пустует. Здесь с радостью принимают гостей, приходящих на разнообразные мероприятия. Сотрудники клуба стремятся организовать работу так, чтобы он стал для жителей поселения любимым местом отдыха, встреч с друзьями, местом проведения своего досуга. Я очень рада, что у нас открылся сельский клуб.
где теперь у нас уютно, красиво. Открылись много новых комнат. Это мастерская для мальчиков, которые с удовольствием приходят, выжигают. Вот. Скоро заработает наша волшебная иголочка для девочек. Приобрели новые швейные машинки. Будем учиться вышивать, шить. У нас работает постоянно библиотека, где детки с удовольствием приходят, берут книжки, читают. У нас там работает еще детская площадка «Дружные ребята». Появились новые настольные игры, где дети тоже с удовольствием играют. У нас сейчас открыл свои двери новый красивый актовый зал, где мы теперь будем радовать своим творчеством, своими новыми песнями. Завершился праздник искренней и проникновенной песней «Мы русские, с нами Бог». Мы русские, с нами Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Сельский клуб похорошел и как бы приобрел второе дыхание. Он широко распахнул свои двери перед жителями Маевского сельского поселения. И это уже приносит свои благодатные творческие плоды. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».